различные картины, двери распашные. Ну, тут мастер работает, тут, видимо, продолжается. Что-то, какие-то сувениры и вещи изготавливаются прямо здесь. А там вот за стенкой, наверное, цех какой-то по производству таких, потому что звуки не то дрели, не то полировки. Вот такие плетеные кресла, столы, зеркала с резными рамами. Красавицы, сиамские кошки сидят огромные. Там была вот круглая такая штука, здесь квадратная. Это дерево. Дерево, украшенное стразами, какими-то зеркальными пайетками. Очень красиво. Тут мебель из кусков дерева, которые скреплены между собой. Вот они как остовы какие-то. Но тут я сильно долго ходить не буду. Мебель самая-самая разная. Стоит все это очень больших денег. Вот сейчас к этому набору подойдем. 59 500. 8 предметов. Столик журнальный. 4 кресла. Какая-то банкеточка или еще что-то. Тут такое вот резное. И вот такой диванчик. Вот еще один комплект. Здесь резьба уже совершенно другая. Я только не знаю, как это все. Ой, ой, нет, его неподъемный абсолютно. Его даже. Ой, с места даже не трогается. Дерево настоящее. Крепкое. Это легче, да? Здесь гостиная. Тоже с инкрустацией перламутра. 69 тысяч бат стоит такой набор. Вот он. 7 предметов. Стол круглый со стульями. И здесь стол и 8 стульев. Ну, здесь, может быть, не особо красиво, но этот вот очень красиво смотрится. Кровати, диванчики разные. Пока пусть снимается тут. Решили меня пофотографировать. Ты почти что закрыла. Ну, избегни мне сейчас. Ну давай.